каждый, кто попадает во внутренний дворик Музея искусства Санкт-Петербурга 20-21 веков, останавливается вот перед этим необыкновенным объектом, автором которого является французский дизайнер Арно Лапьер. Всемирно известный художник создал это произведение специально для Санкт-Петербурга. Оно напоминает с одной стороны Эйфелеву башню, а с другой – рождественскую или северную елку. Это культовое дерево мы воспринимаем как увертюру к выставке «Зеркала и Зазеркалья». Выставке, которая рассказывает о самых сокровенных тайнах человеческой души, о наших с вами отражениях, но об этом в здании музея. Наша выставка является международным проектом, в котором участвует свыше 130 художников из разных стран – Франции, Испании, Греции, Кипра, Соединенных Штатов Америки, но больше всего участников – из Италии. Современная пандемия испытывает на прочность нашей страны и мир культуры, и искусства в особенности. Поэтому очень важно продолжать организовывать мероприятия, подобные данному, предлагая в то же время возможности доступа к ним онлайн. Работы итальянских художников представлены на всех этажах. Здесь, на первом, прямо у входа, встречает нас камерная скульптура Ромула Део. Женский трогательный лик в обрамлении хрупкого сердечка. Ну как тут не вспомнить слова Сент-Экзюпери? Зорко одно лишь сердце. Именно эту идею, вероятно, и хотел выразить наш скульптор. Чем дольше мы находимся на экспозиции, тем глубже погружаемся в многогранный образ зеркала. И кто только не держал его в своих руках. Юные модницы, надменные красавицы, обнаженные, полуобнаженные натурщицы. Все эти персонажи живут в классических произведениях живописи и скульптуры, которые мы собрали из разных коллекций Музея искусства Санкт-Петербурга 20-21 веков, Государственного русского музея, Художественного музея из Вятки, Московского музея современного искусства. Выставка занимает все пространство музея, включая лестничные марши, двор и фасад. Здесь, на лестнице, сосредоточены зеркала со всего Санкт-Петербурга. Их приносили к нам в музей все, кто неравнодушен к нашей идее. Все зеркала старинные, а по поверью, они помнят все, что происходило веками. Они помнят своих прежних хозяев, помнят события, счастливые и страшные, поэтому каждый решает сам останавливаться, смотреть ему в это зеркало или проходить мимо. Экспозиция второго этажа посвящена теме отражения во всех ее аспектах. Одних авторов интересует мотив двойничества в контексте расщепления сознания, как, например, французскую художницу Бай Дружон, других – новое прочтение мифа о нарциссе. Обратите внимание вот на эту скульптуру Геннадия Красношлыкова. Мы видим здесь не самовлюбленного юношу, а страдающего человека, который познал самого себя и пришел от этого в ужас. Совершенно по-особому решает тему отражения итальянский художник Джузеппе Модика. Все пространство его картины занимает огромное зеркало, которое, как всевидящее око, отражает определенный момент чьей-то жизни.
Мы находимся в пространстве музея, которое отдано актуальному искусству. Здесь художники экспериментируют с разными материалами, новыми технологиями, при этом оставаясь верными высокой эстетике. Можно сказать, что символом нашей выставки стала вот эта работа. Она размещена на баннере, на афишах. Художник Габриэль Зага создал ее по мотивам путешествия по Мадагаскару, где он увидел, как мальчики ныряют в воду и добывают себе средства для пропитания. По возвращению Зага создает композиции, где зеркало олицетворяет воду, а синий цвет детских фигур – чистоту. And I want to thank you for having me to this important international exhibition. I am very proud to participate, especially during this difficult time. Итальянские художники очень часто обращаются к народным традициям. Используя современные материалы, они воспевают образ предмета, который использовался в ритуалах, как, например, полотенце Луизы Амброзии. Они зеркальны, производят впечатление живой ткани, и очень трудно догадаться, что сделаны они из пластмассы. Зеркала из-за зеркалья в переводе с итальянского буквально означает «внутри зеркала». И мы действительно попадаем в их внутренний мир. Художники иногда буквально, иногда в переносном смысле отражают его в своих произведениях. Как, например, Сильвия Бекария, которая из фотопленки сделала этот объект. Здесь мы можем разглядеть кадры из ее собственной жизни. Sono qui oggi per salutare, per ringraziare la direttrice del museo, l'amministrazione e tutto lo staff che in questo momento sanitario così difficile siano riusciti a portare avanti il progetto e giungere all'inaugurazione. Работа Пенелопы Кьяры Коки производит ошеломляющий эффект. Когда мы к ним подходим, то теряемся в бесконечности. Куда ведет этот лабиринт? Пусть каждый зритель подумает сам. I make them for seeing people reacting with happiness and interaction. So I really hope that they will do the same in Russia and that they will feel like children in front of games. Источником вдохновения для этого диптиха послужило изображение прекрасной флорентийки. Ее полихромный бюст хранится в Лувре. Он явлен в витрине, как бы в замкнутом пространстве. По замыслам Дарио Имба, каждый, кто подходит к этой работе, тоже погружается в замкнутое пространство. Это так соответствует современным реалиям. Бесконечные потоки света пронизывают живопись Фабио Бьянко. Игрой цвета и света художник создает образ Версаля, галереи зеркал, которая являлась гордостью Людовика XIV. А этот правитель, как известно, знал толк в зеркалах. Недаром его прозвали «Король Солнца». В работе Луизы Альберт наши коллеги из Русского музея усмотрели черты Сикстинской Мадонны Рафаэля. Здесь героиня словно спускается с небес и держит в руках сферу – символ драгоценной жизни. I'm really glad to have the opportunity to show one of my works there in St. Petersburg. I hope you can enjoy this little fragment of my personal mirror.
Please stay safe and enjoy our works. Элиза Сегичили представила нам шелкографию. Кажется, что если подует ветерок, то таинственное окно отворится, и мы попадем с вами в зазеркалье. I will exhibit my work in the San Pietroburgo Museum in the exhibition The Look Glass and Throw It. I am very happy for this and grateful for your work in this difficult time. В основе многих композиций, представленных на выставке, лежит культура, искусство и мифология древних греков. Вот, например, российский художник Александр Жике совершенно по-особому рассказал о сюжете, связанном с Минотавром. Здесь вы не увидите лабиринта. Каждый зритель может сесть за стол и по-своему договориться с этим чудовищем. Нетрадиционно решает мифологический сюжет о нарциссе Луиза Валентини. Мы не видим здесь прекрасного юноши, который смотрится в водный источник, но сам источник присутствует. Его символизирует зеркало, в которое можно посмотреться и познать свое второе «я». Зеркало показывает нам мир таким, каким его видят наши глаза. Но вместе с этим оно может открыть нам путь в пространство других миров. И путь внутри нас самих одновременно, и завораживая, и тревожа, как в мифе о нарциссе и в рассказах Льюиса Кэрролла. И вот на эту тему спорят между собой 130 современных мастеров искусства. Среди них 18 итальянских мастеров, произведения которых все вместе прекрасно отображают панораму современного изобразительного искусства нашей страны. Io vorrei innanzitutto ringraziare come direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di San Pietroburgo la direttrice del Museo MISP di San Pietroburgo per averci dato la possibilità di collaborare effettivamente a questa mostra, la mostra Dentro lo Specchio, una mostra collettiva internazionale che ha visto la partecipazione di più paesi e di circa 130 artisti da tutto il mondo. E che ha avuto anche una sezione italiana di rilievo. Sono infatti 18 gli artisti che sono arrivati a San Pietroburgo, ma sono circa 160 gli artisti che hanno partecipato alla selezione. La mostra rappresenta sicuramente uno degli eventi di maggior rilievo del 2020 realizzato dal MISP, ma a mio avviso per la qualità anche un evento di rilievo della città di San Pietroburgo nell'ambito dell'arte contemporanea. С
Среди работников музея ходит такая легенда, что если выставка успешна, то участвующие в ней произведения всегда дружат между собой. Они посылают импульс своим творцам, а те, соответственно, становятся ближе друг к другу. При такой ситуации никакая пандемия не страшна. Как жаль, что нет возможности отблагодарить каждого участника выставки. Но мы говорим всем огромное сердечное спасибо. Выставка еще работает, а мы уже строим планы на следующий проект совместно с Итальянским институтом культуры и итальянскими художниками.